Всех с Новым годом! С вами я, Сережа, и вы на канале Сергей Уральц. Вот и наступил 2022 год. В этом видео я вам расскажу о новогоднем городке Нижнего Тагила. В этом году городу исполняется 300 лет. Большущий юбилей. Наверное, будут громадные мероприятия. И в этом году оно посвятили русским сказкам. Например, вот Чебурашка и крокодил Гена. Кстати, Гена уже без руки. Снежная королева. Такая вот интересная. Горочка очень симпатичная. Дальше кораблик. Так я не понял, из какого он мультфильма. Каменный цветок. Тагила мастер. Это сам каменный цветок. Это, по-моему, серебряная копытца, если я не ошибаюсь. Так. Это тоже все из русских народных сказок. А это, по-моему, хозяйка Медной горы. Да, русская народная сказка. Как змея уже без головы. Печально, конечно. Так. Это огневушка-поскакушка. Конек горбунок. Сказка конек горбунок. Есть такой кит изображен на котором деревня, если вы помните по сказке или из мультфильма. Это у нас Винни-Пух и пятачок. Винни-Пух и сова.
Какого-то им получилось изобразить вот лес вот прям из этого мультика. Вот по-любому получилось. Молодцы они, конечно. Столько всего сделали, чтобы порадовать детишек. Ну что, дорогие друзья, я пользуюсь моментом, хочу поздравить вас, ну, уже с наступившим новым 2022 годом. Надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем предыдущий. Ну что ж, я надеюсь, что вам это видео очень понравилось, и вы обязательно посетите этот чудесный городок в Нижнем Тагиле, который посвящен сказкам и мультфильмам. Ну что ж, с вами был я, Сергей. Всех с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. Всем пока. Все, всем пока.